Так, ну что, всем привет, адепты рыбной ловли. Я снова выбрался на рыбалку. В окошко я решил заскочить между ливнями. Буквально час назад прошел такой мощнейший ливень. Следующий обещает 23:00. Сейчас 18:31. Ливень вон разогнал все покатушки на лодках. Вон никого нету за моей спиной. Воды добавилось. Сейчас я быстро пробегу по ямкам. У нас уже так. Осенняя погода становится плюс 22-23 всего. Уже, в принципе, комфортно в сапогах. Так что я сапоги одел. И сегодня, ежели что, я могу даже подойти поближе к ямкам, к рыбным местам, к рыбам. Все для них только. Лишь бы ловилось. Так, ну что, сейчас пока ямку перед мостами пощупаем. Во! А то я в прошлом разе, блин, тут сейчас мелко до какого-то момента. Я не мог закинуть в самое рыбное место. Сейчас здесь пару-тройку забросов. Если будет тишина, чешем вон туда, где водомерный пост. Что-то у меня 0,7 стоит, блин. Тут, конечно, 1,2 надо. Подальше кидать. Тихо-то. Ветерок дует, прохладно. Вес не тот. Пойду перевяжусь. Правим. Так, ну вроде уже хотел, не снял, блин, поклевку. Камера оказалась выключена. Хотел уже валить отсюда. Три раза кинул, думаю, все, окуня нет. Нет, оказалось, есть. Причем такой приличный. Так. Что там прицепилось? О, вот я же говорю, тут окунь есть. Вот она. Думал, что-то прицепил, мусор какой-то, блин, решил вымотать, а он вот. Такой окунек-то приличный. Но надо в забродниках заходить, иначе фиг добросишь до столовой. Сейчас покажу. Это еще ничего. Так себе. Вот до этого клюнул. Ну и сегодня вот на такую приманку буду ловить. Пока что ловится. То решил, что только танты обрываю. Надо и от других избавляться, приманок, потихоньку. А то что, зря покупал? Так, ну заходить, блин. А так, чуть выше колена надо. Можно не заходить, но тогда надо, наверное, от водной грамма 3. Я не закину 1,5 грамма со своим спиннингом. Куда мне надо. Еще и ветер боковой, как обычно, дует. Что-то он
на какую-то активную проводку, на выматывание взял. Так. Бомбарбия Каргуду. Так, надо бы определиться, в каком месте конкретно они тусуются. Так, так, так. Может даже вот так. Вот в бок прям конкретно ветер дует, блин. Еще можно, конечно, вот сюда встать и прям против течения кидать, под опору забуриться. Я, в принципе, туда пройду. Тут мелко сейчас. И тогда мне ветер будет, может, даже чуть в спину дуть. Так, вот сюда бы перейти. Или не перейду. Блин, что, все-таки много, да? Воды. Опа, фига под ногами. Так, может, он тут и ходит сейчас на мелководье, а я его разгоняю. Ладно, сейчас я подальше отойду. Сильно не буду загребать, на камушках встану. Так, где тут каменючки? Вот они. Где-то отсюда сейчас кину. Так. Что?
Опа, блин, прямо вот здесь вот. Он, интересно, тут клюет или он провожает сюда откуда-то? Может, я зря сапоги напялил, надо вылазить, да, блин. На мелководье долбить. Но первый клюнул там, далеко. Блин, я сейчас сюда, мы всегда успеем вернуться. Я сейчас вот все-таки под опору. С той стороны сюда же покидая. Может, он там... Блин, или не идти никуда. Это что-то мелкое. Или он сейчас как раз тут. Я его примерно в это время и ловлю. Ловил. Как раз, может, сюда сейчас придет. Не, 10 минут, в принципе, ничего не изменит. Если что, подгребет. Сейчас я все-таки с той стороны попробую покидать. Как раз вот туда-сюда, в течку. Я, правда, против ветра буду кидать, ну и хер с ним. Может, он там весь. Так, короче, надо плакать. Ты, типа, ему говоришь, я сейчас туда пойду. Он такой, ну, Димон, ну не надо, мы тут клевать будем, не уходи от нас. Смотрите, клевать не будете, уйду туда. Ух, какой хороший. Далеко можно не заходить. Вот он прям здесь, интересно. Это он здесь тусуется или он с глубины провожает ее и потом под берегом бьет? Да, и окунь такой бодрый. А мы сейчас проверим, блин. Я сейчас с берега кину под камни. Так, далеко не буду заходить. Так, ну и про тот берег помним, да? Обижусь, уйду. Не, наверное, я его все-таки выманиваю откуда-то. А потом он около берега уже думает, что сейчас добыча уйдет, надо хватать. Ну. Бежит и по берегу побежит. Ну. Фига, прям около камней. Нифига тут сколько малька. Короче, у меня камера села. Я пошел батарейку поменял. Водички хлебанул. Бля, чуть не убился. Сейчас, короче, перескачем по камушкам под эту опору. Будем посмотреть, что будет, если с этой стороны покидать.
Главное не убиться, не навернуться. Так. Так. Сейчас тут пару-тройку забросов сделаем. Сука, тут мост ремонтируют. Дурная, кстати, идея, блин. Сейчас что-нибудь на бошку свалится нахер. Да висит, бля. Чё-то я не подумал. Наверное-ка я обратно пойду. Они похеру, блядь, кидают все подряд. Диск от болгарки не режет, нахуй. В речку его, блядь. Могли бы вместе с диском болгарку скинуть. Хоть как-то можно было бы это оправдать. Так, я вообще-то куда-то вот сюда кидал. Ну да. Ух ты ж, блин, нифига. Прям выпрыгнул, я решил вымотать, ну. То. Блин, тут мусор какой-то, блин, зацепы. Так. Оп. Ну его нафиг, эти эксперименты. Опять прям под ногами. Да, детка. Ух, какой кабанчик. Фига, вот это ударчик. Так и раздразнил я его. Чё там? Ого, бля. Ребята, то, что до этого было, это были не кабаны, это были такна. Вот это теленок. Вот это теленок. Редко, но пипец как метко. Вот это окунь.
А, у, нифига он. Прям такой мелочь, блин, догнал. Не, нам такой мелкий не нужен, нам нужен вот как сейчас, блин. Приятный такой. Чтобы прям аж в дугу, блин. Прям под ногами фигачит. И тоже ничего. Но вот не факт, что он здесь тусу. Ух, нифига! У меня такое ощущение, что за ним еще один. Как, блядь, сорвался. У меня ощущение было, что за ним еще один выскочил. Хера себе тут. Противостояние видов, каннибализм какой-то. Блин, как он сорвался-то? Надо было не щелкать, блин, хлебницами. Вытаскивать его. Ну ладно. Дай бог, не последний сейчас здесь будет. О, ну все, блин, судачок, ёпперестэ, все окунь, походу, все. Они редко все сразу плавают, блин. Че по времени? 8, да нет, еще, в принципе, до 9 мог бы окунь поплевать. Тырц, пердыц. Сейчас, если на эту приманку клевать перестанет, поклевок не будет, попробую вообще на вертушку далеко позакидывать. Вертуху. Мэпс двоечка. Там что-то еще сейчас плюхнулось. Вот. Этот-то теперь не сорвется. С тройничка вряд ли. Блин, вертушка на перекате заодно цепляется. Пиу. Опа, ни
Нифига, что это? Поклевка, что ли? Да, точно, кто-то как будто зацеп был. А, ну понятно, почему зацеп. Вот он зацеп. Вот вам и зацеп. А, блин. А, давай, 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 выходи из зацепа. То хорошая блесенка. Вот. Блесна это и минус. Чуть, блин, проводку. Медленнее. Втыкается в берег, блин. Мелко. Ну, клюнул один на вертушку, окунь, один судачок, не сказать, что интереснее. Да, забрасывается дальше, но дальше никого нету. Забрасывается, крутится. Крутится, вертится. Но не клюет. На какую-то такую проводку пиу-пиу-пиу постоянно дергану. На твичинг, вот. Судак на твичинг. На твичинг виброхвоста. Нет, не виброхвоста. Слага. Так, вот судака нам еще тут, блин, не хватало. Все, у меня окуня тогда не будет. Судак хотя бы тогда уже прилично бы приперся, а не эта мелочь. Ну, в принципе, 20, да, 9 час можно, блин, сворачивать. Палки зачехлять. Кинца не будет. Окунь, скорее всего, спать уже пошел. Ну все, народ, хорошего понемножку. Молнии начинают сверкать, холодает, окунь отклевался. Ну и хорошее, хорошо отклевался. Я скажу, что я это очень неплохо в окошко заскочил между ливнями.
общем, не буду это ждать, пока меня тут смоет на берегу. Почухал домой. Отличная была рыбалочка. Встретимся на следующей. Давайте, всем пока.